252 дома. Столько многоэтажек планируют капитально отремонтировать в этом году в Чувашии. Большинство из этих домов нуждается в ремонте кровли. Ее заменят в каждой второй многоэтажке. В каждом третьем доме отремонтируют систему канализации, воду и электроснабжение. В целом потратить на ремонт домов, которые включены в краткосрочный план, планируется 813 миллионов рублей. На конец мая работы уже начались на 65 объектах. Закончить все должны к 1 октября. Впрочем, есть и такие дома, которые попали в план на ремонт по ошибке. 14 многоквартирных дома подлежат исключению из краткосрочного плана, так как в ходе проектирования мы и осмотра домов установили, что в данных домах капитальный ремонт не требуется, так как эти конструктивные элементы, которые включены в план, были уже отремонтированы ранее. Глава Чувашии порекомендовал фонду капремонта и Минстрою республики тщательнее контролировать данные по домам, которые подают муниципалитеты. Также руководитель региона поинтересовался, насколько добросовестны подрядчики, которые выиграли аукционы на проведение работ. Впервые в этом году все объекты будут застрахованы на случай банкротства подрядной организации, отметила Олимпиада Епифанова.